В Ярославле установили новое информационное табло для пассажиров. Оно появилось на остановочном комплексе «Красная площадь», расположенном на улице Терешковой. Это маршруты 21, 22C, 26 и 34. Табло позволяет оперативно сообщать пассажирам о времени прибытия на остановку общественного транспорта. Аналогичный информатор установлен в этом году во Фрунзенском районе на улице Индустриальной. Всего же в Ярославле работают 15 пассажирских табло.